В новой линейке поворотных IP-камер от компании Hikvision присутствуют модели с максимальным разрешением 4 и 2 мегапикселя. Видеопоток с разрешением 2688 на 1520 пикселей транслируется с частотой 20 кадров в секунду с разрешением Full HD в реальном времени. Также в линейке присутствуют модели с модулем Wi-Fi. Объектив в камерах фиксированный. В линейке есть модели с фокусными расстояниями 2,8 и 4 мм. Имеется и ИК-подсветка с дальностью действия до 10 метров. Камеры оборудованы широким динамическим диапазоном 120 дБ. Также на борту присутствуют смарт-функции, пересечение виртуальной линии, вход и выход из зоны. Архив возможно писать на карту памяти, поддерживается объем до 128 ГБ. Питание камеры возможно как по технологии POE, так и через специальный разъем. Также имеются тревожный вход и выход, аудио вход и выход. Новая линейка полностью интегрирована в программный комплекс Tracir, который идет в комплексе с камерами при покупке камер в офисах компании DSSL и у партнеров компании. Подробности на нашем сайте. Заходите. Ставьте лайки видео и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание и до скорых встреч.